Здорово! Сегодняшний ролик, как вы уже поняли, бустер заходит на арки. И давайте я сразу скажу о опыте игры на этом герое лично у меня. Я думаю, многие из вас видят сходство этого персонажа с Мипарем. Объяснять, я думаю, ну не нужно. Сразу развея все мифы, в пуле у меня нет этого героя. Тем не менее, персонаж достаточно интересный. А вот кто еще достаточно интересный, так это Ваха, который и будет меня сегодня заменять. Для тех, кто не в курсе, Ваха это один из лучших, или даже лучший варден, за плечами у которого более 7 штук аккаунтов по 7к ММР, которые он активно поднимает на своем стриме. Также у него более 8000 игр на этом герое и, естественно, топ-1 дота бафа. В общем, я думаю, хватит уже тянуть, давайте приступим. Не, ну я имею в виду, что если шторм хоть чуть-чуть там не будет там супер там 20-0, то и у них нет захода на хайграунд. Чё по билду? Да, стандартное то же самое. Это циркулятка, слипер и вот так, да? Да, да. Окей. Окей. Смотри, ставить на какой секунде имеет смысл? Ну, как минимум на 30 должна быть. Если 30 есть, уже не важно, уже можно ставить. Сбивают, господи, хотел сказать, в Resband или стики? В Resband или стики? Ну, первым. На первое? Ну, наверное, стики. Ой, они разговаривают очень много, мне опять сейчас вручную каждого из них мучить так не хочется. Бля, друг, ты, мне кажется, флоску не нажал. Я до конца здесь буду драться, все мне вообще не интересно. Ну давай наж. Не бей его, да? Очень жаль, у него фласка вонючая. Как-то он не очень сильно пытается. Да, он вообще, я не уверен, что он у него качнул его даже. Но ведет себя, как будто он у него он есть. Но это очень двояко. Да, 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 да. Слушай, я так-то могу вот прям сейчас вот так сделать. Но урона не хватит, если там прижмется к катапульте. А он возьмет 6 с этой пачки. Ой, ну. Это все, что я хочу, это чтобы они. А, у него вижен здесь. Дроп, что с тобой? Да. Опа, вот и он. Да. Сейчас ДД, да. А, я не встал. А я видел, как ты делаешь. Мне понравилось, я думал, надо сейчас так же. Ну, а теперь может опять все повториться. Думаешь, что опять там? Ну, сейчас он, возможно, пойдет на базу. Я имею в виду на базу. Может быть, не будет ждать руну. Вернется с ТПшечки, посмотрит на какую-нибудь руну и выйдет за руну. Но я не хочу от этого отыгрывать, вообще не хочу. Тем более, я даже не знаю, куда уйти. Арон, смотреть. Да ты чё, друг? Ну все, ты уже без маны. Тише, дружок, тише. Почему он какой-то сверхсильный? Он полетел не туда, не в ту сторону. Он потом... Ладно, я просто оправдываюсь, на самом деле. Еще это интересное, кстати. А, 3.12. Да. Ладно, у парней реально проблема. ТБ-04. Мне кажется, это что с аккаунтом на самом деле. Ничего подозревать. Почти мидас. Мидас тайминг какой, напомню? Ну, 6.8. Что, 6.8 минут? Можно типи... А, у меня нету кнопки, да, говорить вот это вот. Типи мид. Дисрапторит тут. В треугольник, я не знаю. Там какой-то взял, походу. Он там стоит. Вот, сверху там. Не видите? Ждет аркана, да. Это очень сильно. После надо опять накопить фул хп, иначе шторм пойдет с тобой. Там снайпер вообще просто аннигилирует, ты это видишь? Это вот происходит. Время прочекать снайпера, он делает аганим. А, там пилон, хорошо. По идее, он должен тебя прыгать в эту секунду. Ну, если он сейчас пустой. Это было. Оно еще типнуло. Хорошо, ладно. Все, давай, давай, давай. Заходи. Я, кстати, не поставил паузу. Оу. Знаете, парни, перед каждым выпуском бустер заходит. Я стараюсь скрупулезно выбрать для вас подходящего героя.
И, о боже, вы просто посмотрите, что я нашел. На тесте дроппе релизнули новый ивент Аганима, появилась новая линейка кейсов Лабиринт Аганима, а также розыгрыши. Каждый час, каждые 3 часа и каждые 24 часа, чтобы участвовать в розыгрыше, просто покупай билеты за тести коины, которые дают за открытие кейсов. Все очень просто. К тому же есть апгрейды. Вдруг у тебя присутствуют ненужные вещи или дряхлые скины? Боже, это просто не проблема. Закинь их в апгрейд и выбери стоящий скин. Здесь наиудобнейший вывод скинов. Как это работает? Смотри, тести дроп отправляет стоимость батл пасса на ваш баланс стима, после чего вы можете просто купить батл пасс или же для него уровни в 2 клика. Но, ребят, по секрету скажу вам, между нами, да, эти деньги можно потратить просто куда захочешь, даже на нарк. Ну а ссылка с моим вкусным промокодом в описании. Все, парни, я пошел смотреть, как играет задрот на арке. Я ничего не пропустил пока тут? Не-не, я только-только резнулся. Я смотрю пока на отчет, и если вдруг игра, точнее шторм будет медленный, мне просто шторма если закрывать, то плевать на все. Я остальных особо не боюсь. О, крипа застанил. Крипа застанил. Ты как крутой парень, ты не смотришь на взрыв. Ну там уже последняя секунда была, я понял, что я уже не помогу. Ага, это хороший файт, если шторм сюда прям сейчас не прилетит. А если прилетит, будет очень плохо. Мог ты, мне кажется, засейвить дизраптора. Наверное, да. Да, наверное, мог. Я на самом деле очень боюсь шторма. Не понимаю, почему его нету. В таком важном файте, где мы камбэкаем. В плохой ситуации враги не вместе. Да, с Яшей это вообще забавно, я не думаю. Блин, я Яшу. Не, а почти выпиляет пармору. Видел вот эти рафлы билды с некрачами, кстати. Ну ладно, ты бы забрал. Оно сложно, я не вижу, что кто-то коцается. Там сыр лежит. Я поле еще под нее не поставил, все потому, что у меня ульти не было. Сыр кто-то схавал. А, мы не можем даже его убить. Ой-ой-ой, какой стан, у меня его арчит был. И у него кто-то прилетает. А, ради контролера. Переснимаем. Интересно, с твоего поля он получает что-нибудь, как баб героя? Кто? Ну, вот там. С твоего темплзнака. А, вот это, кстати, вопрос очень интересный. Мне кажется, что да, потому что, ну, там, ульта Зевса бьет ульту. По идее, как бы она какая-то геройская. Вот, но при этом, по-моему, спектра ульта не появляется. Ульта Зевса бьет, серьезно? На данный момент команда Вахи имеет достаточное преимущество, и казалось бы, ну что может пойти не так? Просто кулдаун с уже никогда не может быть. Пока бы, брат, куда-то полилишь. Там линка. Да, линка тебе не бывает. Ага. И каски. Каски такие интересные. Ага. Слушай, ну, выглядит это страшно. Они вас вообще, они даже без бэбэка, да, вас убили все? Да, у них, по-моему, никто и не умер. За один файт преимущество врагов превышало 11 тысяч, а команда Вахи осталась без двух линий. Ладно, чтобы мне как бэк. Мне если даже заберут этот барак, они дальше бить барак не могут. То есть им надо либо тронуть, либо уходить. Видишь, как снайпер неприятный. Очень неприятный. Я из-за бага демки не вижу хп. Ой, хорошо, все отдал, все, что мог, отдал. Да, ой, только тут хватили. Да, это ладно, мне кажется, что вы сейчас много должны забрать за то, что вот такая ситуация. Хотя шторм, видишь, шторм, он летающий с базы, который, он же вообще жесть, как может много дефать в лейте. Да. А как же он... террора раз, и вот коцанный террор вообще ни из-за чего. Нет, если вы сейчас не выйдете, это будет, конечно, проблема. ГБК с бэйбэком. Матки без армора. Ой, если он ошибся, какой он молодец, если он ошибся.
видел, да, как его сгрызает это вот это вот? Да, да, на это чё жёсткий. Именно против него. Да. Все... И видишь, ему краса нужна была, а не бабочка. А то чё, попадаешь ли всегда? Ну, даже если не попадает, какая разница, по нему чистым. Ну не, ну не, я понимаю, понимаю, что он просто пошел, ему дал удар там по 700, понял? О, я бы... Окей. Блин, что он, конечно, он находит дистрапторы везде. Я, конечно, вижен неправильно. Слишком крутой вижен для такой игры у врагов. Ой-ой-ой, что? Он сейчас прилетит на шторме, я думаю. Да. А террор где? А террор даже нету. Офигеть, я не придумал. Двух парней нет, троих нет, у всех нет байбека. Это именно те, которых нет байбека. Подожди, а кто там башит? А, ну там это чел, кстати, вот на 67-й минуте, наверное, TC очень сильный. Да. Слишком заморачиваешь на важный файт, а важный файт происходит так, что у нас террор супер далеко. Что залетят на него? Форсы его же, а почему так больно? Я чуть не понимаю, его просто уже убили, он даже не подошел никуда. Он даже ничего не делал, блин, просто... Да, если бы шторм залетел, то все трудно. Убить дальника. Убил, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ТБ, все. ТБ с байбеком, но это парень вообще, но он не в игре, к сожалению. Ладно, ТБ вообще не герой здесь. Он так отлетает из-за этого титана. А почему Куни... А, лол. Что? Я не понял. У меня кнопка не нажимался, походу, мисс кликнул. Не, у меня на ульте же была. Я мог убить сейчас. Да, игра такая. У тебя бывает стабильность, типа близко к 100-минутной игре? Ну, вообще в Dota я в 100-минутную игру играл последний раз, когда в турбо... Блин, а враги все знают, все понимают. Все знают, ты лежать от него. Это не иллюзия была. Не иллюзия, да, ему вообще больно. ТБ с Эгисом. Шторм залетел. Сыр опять никто не берет. Вот моего этого я убил, он байбакнулся. Ёпорт, сука. Там сыр лежит, но туда идти, это бот вот. Я не понимаю, ДК вот был, и его нету за секунду, я не... Да. А что за... А, у него сплэш, у него же 100% сплэш, да. Там просто ДК был фуловый, по террору 3 удара дали, ДК фуловый умер, 5к хп у чела. Захотелось, да, поиграть против такой игры? Что еще раз? Да не важно, я... Выиграй, пожалуйста, господи. Вот сейчас... Хорошо, это очень хорошо. Без байбека умер. Шторма бы убить, вообще было бы просто кайф. Он, да, но он... Почему он с рапирой, вот что делал. Надо было чекать. Ой-ой-ой, эфир там. Там эфир, ТБ. Проблема, мы идем алынить. А, ТБ бьет? Поэтому вообще? Бля, он же так быстро убьет его. Да. Ой, что? У меня эфир есть на ТБ. Хорошо. Ой, боже. Да. Это такой стресс играть в такую игру. На самом деле, еще дико-дико усталый. Еще вот так вот соображать пытаться, это пипец. I feel special way.